Ребзи, снова у вас этот вопрос. Яйцо или курица, контейнер или буква? Из деревни Джунова прислали супер популярный вопрос в очередной раз. А что же делать, когда граница буквы не совпадает с границей контейнера? Ведь кажется, что этот текст стоит криво. Обычно такая дилемма с двумя М случается у крупных заголовков. И Ребзи начинает сдвигать текст влево, чтобы не контейнер, а буква стояла по линии контента, чтобы про их косолапость не писали. Можно ли так делать? Ну конечно же, нельзя. Верстки выдвинуть с текст за пределы контента это отрицательное значение, это уже вонючая куча. Во-вторых, контейнер сдвинули, сверстали, а потом жена маркетолога зарядила другой текст. Здрасте, где этот дизайнер? Ребзя, алло, ну конечно же, всегда выравниваем по контейнеру, а не по начинке. Пфф, подумаешь, крупная буква на пару пикселей не попала. Тоже мне проблема. Ты же не в гости пришел, там кучу навалил, а потом узнал, что у них воду отключили.